Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Мурак Крутой. Ребята, сегодня я постараюсь дойти до 13 уровня Brawl Pass. Будем играть, знаете, за кого? Будем играть за Джесси, да? За Джесси. Ну, хотя давайте не обязательно за Джесси. Давайте, например, за Карла. Мне его второй карт очень нравится. Если на тебе кто-то нападает, то, по-моему, можно улизнуть вообще. Triangulation rocks the nation. Так. Сломаем. Вот так встанем, чтобы выпустить. Все, сломаем. Ну, ребята, я вам показываю, да, как будет работать. Второй гаджет Кал. Вот смотрите, давайте протестим. Я нажал на гаджет, смотрите. Я могу пройти на любое место. Я поеду в то место, где у меня это будет. Куда я буду скинуть, смотрите. Карл может пройти даже через реку, представляете, даже через реку. Это реально круто, это как телепорт немного похож. Ой, в этих кустах кто-то был. Я видел, не снежь. Осталось 5 бойцов. Но шанс у меня есть. Потому что начиная с 5-го места у меня как бы кубки пойдут. Тут Шелли спряталась, ребят, вот эти кусты. Да, там, ребят, Шелли спряталась. Реально? Чего я могу отойти, а? Да, ребят, видите, я так и знал, там Шелли спряталась. Вот какая хитрая Шелли, у нее еще даже ульта есть. Ульта на спряте. Тут Шелли, ребят, тут Шелли. Давайте, ребят. Мне Спайк убил, которого сейчас 6. Triangulation rocks the nation. Day and night cannot dwell together. Давайте за Динамайка поиграем, ребята. Мне этот боец очень нравится. Реально крутой боец, я считаю. Представляете, он я этот счет даже не дошел до 20-го. Ну я что-то за Динамайка прям очень не знаю почему. И как-то уже больше такого не повторится Динамайка. Ты круче даже, чем Фрэнк. Парень по расстоянию. Давай еще не стоять. Так. Это Эль Примо, нужно его уничтожить, потому что как бы он легкая добыча для Динамайка. А там легко. Вау, тут еще два ящика. У меня будет 7. О, тут еще один. Это что такое? Лёд. 8 мало. А тут Коко у нас спрятался, а ты? Давайте ногти. Давайте бросим. Нет, меня убили, ребята. Ребят, так я не получу жетоны. Давайте выполним неестественный квест. Неестественный квест. Создаем за него открытый. Да, ребят, в общем, я сейчас буду играть. А потом пробую второй раунд, я буду играть за Фрэнка. Фрэнк есть, как раз я закрываю за Фрэнка. Сейчас вас всех застрелим. Меня убил. Он руки забил гол. Ничего себе, это что такое? Ну
что это было? Ребят, давайте Фрэнка выберем. Фрэнк, ты где у нас? Что за Фрэнка сейчас на кучку играть? Макс, и ты мой Макс. Не думай, что нас победят. Надо отлично. Команда как? Вообще. Блин, не успели голос забить. Ну, ребята, давайте я постараюсь утку сохранить для голоса, чтобы забить голос. Нет, не сумел сохранить. Дайте мне гол, я... Что это вообще? Давайте сломаем эту стену, чтобы было нам. Давай забивай гол. Вау, еще новые события, две, еще плюс 10 жетонов. Отлично. Это было больше всего, но да, один на большой ящик. Я хочу дать на вопрос. Это нет, ну это Шелли хотела тимить. Я уже не вижу, всё. Она хотела тимить. Давай, давай. Боже, мы сейчас должны за кого нам играть? За кого же? Хочу играть, ребят, опять за Фрэнка. Фрэнк отлично подходит для Броуду. Реально подходит, потому что он всех оглушит в этой игре. Фрэнк есть и врач, Эдгар и Калет у меня есть в команде. Я думаю, ребята, этот Мортис хочет тимиться. Я думал так. Но оказалось, это, по-моему, не так. Матвей забил гол, как бы все. Эти болваны должны получить по заслугам. Сейчас это вот. Гол забить. А, не
забили. А мне что? Ну никого нет, это не важно. Ролбол, уже искали бортов. Я же квест выполнил. И, ребят, большое, пожалуйста, пожелайте мне удачи. Мы надеюсь, будет. Ребята, ничего не светилось. Но спасибо вам за это. За то, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, ребята, подпишитесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, ребята.